Мы находимся на семизвездочном лайнере, где представлена сегодня коллекция продукции Oriflame. Очень интересная выставка. Это бутик парфюмерии. Это новая серия по уходу за телом. Ух ты! Какая красота! Very good, thank you. Super. Smell wonderful. Yeah, thanks. Это серия, наверное. Макарон лав. Смотрите, мыльца в виде пироженки. Сейчас очень модная. Ой, как пахнет необыкновенно сладенько. Супер. Это серия гель и мыльца. Необыкновенная тоже с ароматом, наверное, пион, белая роза. Еще мы не знаем, не показали. Это королевские серии, наверное, новогодние. Да? Крем. Bubble Watch, это пен для ванны. Ой, это тоже мыльца какое-то гелевое. Ой, как вкусно пахнет. Слушайте, а чем пахнет? Ой, даже не пойму, чем пахнет. Как представлена красивая новая серия. Это пена для ванны. Шампан. Супер, понятно. Отлично. Поэтому в бокалах. Реально пахнет шампанским, да? Ну-ка. Да-да-да-да, коктейль и персик, да-да-да. Персик. Thank you very much. Так, а это у нас что? Это миндаль. Для тела миндаль, да. Тоже. Аромат потрясающий просто. Тоже так красиво все представлено, вообще необыкновенно. Так, давайте к следующему стенду. Ага, это у нас бренд The One пополнился полностью теперь. Он укомплектован, пополнился новой туалетной водой. Она представлена в таком очень модном пузыречке с ароматом малины. Ну и такая стильная сумочка в стиле Шанель. Это сейчас тоже прям пик моды. Мы были вчера, круизный лайнер заходил в Турцию, и вся Турция завалена вот такой формой. И Louis Vuitton, и все модные бренды такую форму сейчас представляют. У нас появилась новая парфюмерная вода. Значок на втором этаже в театре. На втором этаже, там вот это, где галерея, там выдавали. Прям где люди сидят, прям там. Ага, новая парфюмерная вода. Нам ее подарили в подарок. Ну-ка. Ой, слушайте, аромат вообще действительно премиальный. Это что-то тубероза и какой-то еще второй. Чё? Тонко, да-да-да, бобы тонко, да-да-да-да-да, туберосы, бобы тонко. Тоже очень стильно представлены ароматы. Позет для мужчин, для женщин. Серия Джордани очень полюбилась уже нашим клиентам. Серия Кла. И вот эти бобы тонко, которые мы видим. Ага. Туалетная вода. Угу. Давайте посмотрим дальше. Я хочу сказать, что мы на круизном лайнере. Нас 6 тысяч человек. И после этого говорят, никто не пользуется Oriflame, никому ничего не надо. Да? Это плохая косметика. Ребята, это серия премиум элитная. Очень дорогая, хорошего качества. Понимаете, в 58 странах люди пользуются, получают удовольствие. Вот, теперь у нас серия макияжа. То есть это для нанесения, для нанесения средств декоративной косметики. Наши кисточки теперь представлены вот в такой вот красивой упаковке. Да, и здесь вот, смотрите, нанесено, какой эффект можно сделать. То есть вот эта кисточка у нас для губной помады, это для теней, это для нанесения пудры, это кисточка для нанесения тональной основы, это румяна и пудра рассыпчатая.
очень красиво. Здесь же профессиональный визажист уже наносит нашими кистями, делает макияж. Как это работает? Здорово. Здесь представлены наши аксессуары. Обратите внимание на сейчас новые. Очень красивые. Вот такие вот черненькие эти штучки. Ой, смотрите, у нас будет вот эти вот пуговки, которые такие сейчас очень модные. А, вот такая вот штучка. Это, наверное, что? Это тоже серьги, наверное, да? А, это серьги. Вот так вот будет. Да? Вот такая иголочка. И будет. Особенно вот это вот очень красиво. Сейчас покажу, как на девушке это. Hello, hi. О, супер, thank you. Очень красиво. Еще раз? I like it. The coverage. Очень нравится ваша упаковка. Спасибо. Там 50 лет Арифлэм. Да, это я приобрела такой чехольчик. Ага. Так, дальше идем. Здесь наша тушь. Вчера была презентация этой туши. Конечно, это не 5 в одном. Это еще круче. Если каждые 4 секунды продается тушь 5 в одном, то я думаю, что эта тушь будет продаваться тоже очень мощно, потому что у нее необычный состав, который снимается при помощи теплой воды, но а так она водостойкая на самом деле. Вот здесь мы можем протестировать наши блески. Посмотрите, они навалены тоннами. То есть берешь одноразовую штучку. Buenos días! Buenos días! Buenos días! Good morning, ladies! Good morning! Новый блеск. А здесь рядом вы видите совершенно другие бренды, да? Классно, чуть позже. А вот эта тушь. Здесь, посмотрите, как раз представлено, как эти реснички, в смысле не реснички, а кусочки туши будут сниматься. Да, то есть она, вот она, эта тушь. Там красная была, это была подарочная упаковка, а это обычная. Тестируют, девочки тестируют. Да, конечно, женщины, которые тестируют. Ух ты, какой красивый цвет, обалденно, она матовая. Как ощущение? Ай, подождите. Очень идет вам, необыкновенно. Супер. Вот такая выставка, это не, и это еще не все. Ага. Посмотрите, у нас теперь будет запущено уникальное бизнес-приложение, даже не бизнес, а просто приложение, которое будет, как iPhone X, тестировать вашу кожу. То есть вы преподносите свой телефон, свой смартфон к лицу, и он тестирует вашу кожу и делает вам при помощи просто приложения подборку, делает вам подборку тех средств по уходу за лицом, которые необходимы. То есть он следует, видит как бы ваши морщины, видит глубину морщин и делает предложение. Вот такое уникальное приложение у нас будет. Ну и, конечно, бомба. Это серия по уходу за лицом. Наши мужчины будут еще красивее, еще моложе, еще привлекательнее, еще брутальнее. Вот, потому что серия Novage для мужчин выходит у нас. Вау! Это что-то с чем... А, вот она. А можно тест? Да. Можно понюхать, как она пахнет хотя бы. Ой, просто. Нет, я думаю... Что у нас здесь представлено? Энергетический бустер. Это сыворотка и крем для мужчин, да? Для лосьон и умывания. Вот это наша серия. Так, что еще у нас здесь представлено? И, конечно, серия Wellness. Можно сфотографироваться. Здравствуйте! Со Стигом Стеном. Можно задать вопросы. Вот это наш...
новый вкус нашего коктейля, протеинового комплекса и даже фото со стикстеном. А можно тоже? Да, тоже можно. Ой, я рад. Только бы найти потом фотографии. Да, хорошо. Вот такая у нас сегодня состоялась презентация. И действительно, это очень-очень круто. Предлагаю вам попробовать нашу продукцию с удовольствием. Ну, я думаю, что вы не пожалеете, вы выберете именно то средство, которое вам будет по душе, которое вам понравится, и вы останетесь очень-очень довольны.